Так, с высоты можно посмотреть на аттракционы. С высоты видны скамеечки в виде бубликов. Вот они. Правда же оригинально. Все, я опускаюсь вниз. И моя обзорная экскурсия на колесе заканчивается. Я осталась довольна. Скамейка бублик. Так интересно, я ее заметила, увидела их. Тут их много. С высоты и с колеса обозрения. Представляю, как здесь красиво вечером. Все сверкает, все светится. Улиточка выпустила рожки, гномик. Ну, потрясающий парк. Потрясающий.